Развивать в сельской местности бизнес позволяет поддержка государства. Об этом чиновники Восточно-Казахстанской области сообщили в ходе первого регионального форума сельских акимов. Участники обсудили также вопросы сокращения оттока населения, поддержки местных предпринимателей и привлекательность сел. Ирина Якунина продолжит тему. Село Коробиха в Катон-Карагайском районе сегодня известно далеко за пределами Казахстана. Его изюминка – сельский туризм. Здесь гостям предлагают насладиться не только местным колоритом. Для них созданы все необходимые условия. На сегодняшний день у нас в селе Коробиха 15 гостевых домов имеется. В этом году введено еще два. У нас активно население включилось. Именно большой акцент дается не таким большим инвесторам, а именно проживающим, которым на селе людям. Сегодня в селах большой акцент делают также на популярный медицинский туризм. Открыты панто-лечебницы. Они полюбились гостям региона. Популярностью пользуется и переработка сельхозпродукции. Работают линии по переработке меда. И впервые появились фермерские хозяйства по консервации овощей. Здесь необходимо активно использовать имеющиеся инструменты господдержки, отметил глава региона. Надо вносить определенные изменения, а потом нужно делать миксование программ. То есть одна программа дополняет другую. Вот здесь как раз-таки ваша роль является очень значительной. Мы к этому делу относимся не просто как завхозы. А для этого, как отметил Ермек Кашырбаев, крайне важно, чтобы сельские акимы побольше общались друг с другом и перенимали успешный опыт уже реализованных проектов. Параллельно обменивались друг с другом новой полезной информацией. Ирина Якунина, Ренат Жумагулов, Астана Таймс, Усть-Каменогорск.